Его Величеству Луису Филиппу, королю Франции, прошение с глубоким уважением, с вашего разрешения, от имени вашего Величества, с вашего повеления, предложить миру мои эскизы Египта и Нубии. Поддержку, которую ваше Величество оказывает изящным искусством просвещенной страны, королем патриотов, которой вы, сир, являетесь не только во Франции. Художники всех стран с благодарностью оценивают ее как заявление первостепенной важности. Глубоко заинтересованный в этой истине, я решил просить вашей чести за то, что мое скромное имя может быть связано с таким признанием, и что мое ваше величество согласится принять эту дань признательности от английского художника. Я, сир, послушный слуга вашего величества Дэвид Робертс.